самый мой стик, он здесь, наверное. А, это просто, а, он просто с него. А, нет, нет, не с него. Да, давайте я его выверну. Да, просто чтобы не забыть. Да, конечно, вы правы. Заняться не буду, но сейчас, ну, я просто... Речь будет
сети, про транспорт, все время будет транспорт в электронных системах. Надо себе представлять, что все относится к реальным системам, это либо металлы или полупроводниковые структуры. В последнее время очень распространены структуры, основывающиеся на природе, это природные нанотрубки и совсем в последнее время графен. Значит, вот идея всего этого — это применение такого рода системы. Значит, я вначале расскажу базовые вещи про то, что делается. Значит, в этих системах беспорядок и взаимодействие между электронами — это более-менее обсуждать сегодня. А какие эффекты, какими связи применить с электрическими методами, описываются. А дальше, завтра, вот будет важное слово здесь — синергия и топология, которые тоже очень здесь важны. В последнее время очень широко обсуждается, очень важно, научно транспорт. Структура с различными типа симметриями. Здесь речь идет о симметрии, это не симметрия, в смысле, что там радиус квадратный или треугольный, а это симметрии внутренние, я зависим, симметрии эффективности. Да, извините, да. Там есть микрофон. А, нужен микрофон, да? Да, вроде бы. Да. Ну, давайте попробуем. Да, да, слышно? Лучше, да? Хорошо. Значит, симметрия — это будет речь о симметриях эффективных соответствующих теорий, которые очень важны для транспортных свойств, вообще физических свойств этих систем. И еще одно очень важное слово — топология. Как мы увидим вам во многих случаях, эти системы играют очень важную роль, начиная с таких знаменитого эффекта, как квантовый эффект Холла, и поле. С новой реализацией это графен и топологический заряд, которые и очень горячие темы последние буквально несколько лет. Я не знаю, это идея или нет, может быть, я немножко скажу, но точно много не буду, про так называемые латишевские жидкости, но если будет время, немножко расскажу это про что происходит в сугубо чисто одномерных структурах. Хорошо, теперь, как я обещал, я начну с таких азов, ключевых азов для теоретика, диаграммная техника. Вот начнем с совсем простой задачи. Значит, как я говорил, мы будем изучать, что происходит с электронами, с транспортом в металлических или полупроводниковых, или углеродных, или каких-то еще структурах. И там, разумеется, беспорядок, и мы начнем с того, что рассмотрим совсем простую задача, которая оказывается в собой вовсе не такой очень простой, но совсем простой, значит, не взаимодействующие электроны, то есть это, по сути, одночастичная задача, электрон, который описывается гамильтонианом, который мы возьмем, свободный гамильтониан плюс какой-то потенциал. Значит, этот потенциал, это будет случайный потенциал, значит, мы представим, что есть много примесей в этой системе, и примеси находятся в каких-то случайных позициях. Поэтому потенциал можно описывать как случайную функцию. Ну и самое простое, как можно случайную функцию — это какой-то корреляционной функции. На самом деле, конечно, будут и более высокие корреляторы, но самая простая модель, которая уже, в принципе, все схватывает, это сказать, что есть вот такой, ну как сказать, что статистика потенциала гауссовская, что есть, все описывается вот таким корреляторам, который есть какая-то функция в пространстве, по сути, размер с одной примеси, как бы, ну и опять же, самая простая модель — это сказать, что это просто дельта функции в пространстве, то есть это означает, что это случайный потенциал, это такой белый шум в пространстве. То есть есть случайно расположенные статические примеси, которые их много, и они совсем маленькие. Вот. Теперь, значит, элементы диаграммной техники — это функция Грина. Ну, я надеюсь, что даже если вы не изучали диаграмматику отношений вот с таким системой твердотельных, то наверняка ее изучали в отношении, скажем, квантовой электродинамики, другой теории поля, так что, в принципе, все идеи все те же самые. Значит, вот эта линия будет обозначать функцию Грина электрона, вот эта
функционирование нейронных коррелятор случайного потенциала. Первое, что нужно учесть, это нужно учесть собственную энергию за счет рассеяния электронов на эти примеси, которые вычисляются такой диаграммой. И важная часть этой диаграммы — это мнимая часть, которая, значит, очень легко вычисляется. И оказывается, что это, она, естественно, пропорциональна силе вот этих корреляторов, еще умножить на плотность состояния. Количество электронных состояний на единицу энергии, на единицу объема. Вот это произведение, значит, мы увидим, что это собственная энергия, ее смысл будет, это будет обратное время свободного пробега. Ну, случится такая двойка. Значит, когда эта собственная энергия учитывается в функции Грина, функция Грина приобретает вот такой вид. Здесь появляется вместо вот этого и ноль появляется вот этим на 2 тау. Если это преобразовать из импульсного представления в координатное, то вот эти 1 на 2 тау приведет к тому, что здесь появится такой экспоненциальный множитель пространства. Значит, функция Грина экспоненциально создает пространство. Смысл этого, где L — это длина свободного пробега. Это скорость умножить на время свободного пробега. Смысл этого очень простой. Электрон находится в состоянии с каким-то импульсом вплоть до этого времени свободного пробега, а потом просто из него уходит, рассеивается, уходит в какое-то другое состояние отсюда. Значит, это такая функция Грина еще не несет в себе особо. То есть она важный элемент, но это еще информация. Вот тут, в частности, не есть никакой еще пока информации о проводимости, то, что физически первая физически интересная измеряемая величина. Может, для того, чтобы сосчитать проводимость, нужно сосчитать несколько более хитрый коррелятор, а именно этот коррелятор по так называемой формуле Куба, который дается таким вот коммутатором операторов, которые есть операторы ток. Это проводимость — это один из так называемых кинетических коэффициентов или функции отклика. Это отклик системы на приложенное поле, на приложенное электрическое поле. Приложенное электрическое поле в гамильтониане системы будет связано с плотностью, или можно писать с током, в зависимости от того, если его выразить через векторный потенциал, то будет связано с током. А проводимость — это тоже это ток, как отклик. Поэтому возникает этот такой коммутатор токов. На языке диаграмм, да, это можно переписать для невзаимодействующих. Это очень общая формула, она всегда правильная. Для невзаимодействующих систем ее можно упростить, и она выразится вот через те самые функции Грина, о которых мы говорили. Значит, в результате возникнет вот такая диаграмма. Значит, тут уже две функции Грина, а две, потому что каждая вершина — это ток. Ну а ток — это как плотность в квантовой механике, это пси-модуль в квадрате, с пси-соответствующей на пси, поэтому здесь есть две линии, которые отсюда исходят, ну и плюс еще стоит скорость, которая отличает оператор скорости, которая отличает ток от плотности. Значит, в результате на диаграммном языке возникают вот такие диаграммы, которые просто вот есть отклик. Выражает эту функцию отклика. Значит, этот объект, опять же, достаточно легко сосчитать. Надо просто подставить вот те функции Грина, которые были, учесть, что плотность состояния является более-менее плавной функцией, ее можно... здесь я должен еще сказать одну важную вещь, которую, значит, нужно понимать, что мы говорим про электронный газ при достаточно низких температурах. Значит, электроны — это фермионы, при низкой температуре электроны, значит, заполняют все состояния вплоть до фермовской энергии, а потом все состояния пустые, и это при нулевой температуре это просто ступенька функции распределения. А при конечной температуре, но маленькая, она немножко развита на ширину температуры. Поэтому есть важная энергия, энергия фермы, до которой все заполнено, которая, значит, играет ключевую роль во всем. Значит, вот, то есть вклад в проводимость и в другие все характеристики будут давать электроны как раз вблизи поверхности фермы, вот в этом слое шириной температуры. Потому что все остальные состояния просто заполнены, они ничего не можно ничего сказать. Хорошо, значит, это такой интеграл, значит, легко вычисляется, если
ощущать, что плотное состояние вблизи поверхности Ферми. Просто плавная функция, можно ее вытащить. То есть, вот интегралы взять ее на поверхности Ферми, перейдя к интегралу по энергии, по сути, вместо импульса, по какой-то физической. После этого интеграл их поберется, и получается формула, которая должна быть известна, наверное, с курсом физики твердого тела, экспериментальная формула ДУ. Ню? Да. Ню – это плотность состояния, то есть это плод количество состояния на единицу энергии, на единицу объема. Значит, V-ферми – это скорость электронов на поверхности ферми, омега – это частота, и проводимость защиты на конечной частоте, а время свободного пробега, а D – это размер пространства. 2. Хорошо. Да. Да, теперь вот эти линии здесь, они уже учитывали беспорядок на уровне вот собственной энергии, как мы говорили. На самом деле, если рассеяние анизотропное, то чтобы получить аккуратную формулу труда, нужно еще учесть немножко побольше, нужно, собственно, вот такие лестницы суммировать. Но это называется так называемая вершинная поправка, и то, что она сделает, она заменит полное время на так называемое транспортное время. Это просто учитывает тот факт, что проводимость важна не просто рассеяться, а рассеяться на достаточно большой уровень. Надо, чтобы импульс релаксировал. Поэтому, если рассеяние малоугловое, то нужно много раз рассеяться, но более-менее вот эти, то есть линии суммируют, это учитывается. Вот. Хорошо, значит, вот это совершенно понятно, что это, по сути, классический ответ, то, что мы сейчас получили. То есть так на квантовом языке получается классическая форма. Да? Потому что понятно, что эта формула труда, она совершенно классическая по духу. Все, что было квантовое, это только мы квантовую статистику фермерскую заложили, а в остальном еще квантовое. Ну и процесс рассеяния, он тоже сами по себе квантовый, который описывает вот это тау. Но вот кинетика электрона, то есть последовательность рассеяния, она сугубо классическая, рассеялся на одном, на другом, на третьем. Хорошо. Разумеется, это не вся правда, потому что если бы была вся правда, то незачем было бы в огород городить. И интересными будут квантовые эффекты, которые проявляются при низких температурах, и которые сначала могут проявляться как небольшие поправки, но тоже интересные, а могут приводить к совершенно кардинальным изменениям поведения, которые мы получили. Значит, чтобы эти квантовые эффекты описать, нужно ввести вот еще такие понятия, элементы диаграммной техники, которые называются диффузоны и купероны. Значит, что это такое? Значит, вот диффузон — это вот следующий объект. Это ну вот на языке формально написано следующее, это произведение функции Грина, да, вот этим я не подчеркнул, эти функции Грина бывают опережающие и запаздывающие, что отмечено вот этой буквой, RPI, retarded advanced, и это просто отличало, они отличаются вот знаком вот этой самой и на дотау знаменателя. И описывают они одно распространение электрона вперед по времени, а другое назад по времени. Так, если вы можете задать вопрос, посадили там куда-то электрон, смотрите, как он полетит вперед, или наоборот, что с ним было раньше. Значит, да, ну, в этом самом вот этот диффузон, это вот такое произведение опережающейся опаздывающей функции Грина, усредненное беспорядку, ну или проще всего это понять, вот здесь, посмотрев на эти диаграммы, это такая сумма вот таких диаграмм, которые называются лестничными, понятным соображением. И это понятно, что такое по смыслу. Вот смотрите, я уже говорил, что эти вот две, как бы вместе, вот эти две линии, можно сказать, это как бы пси-квадрат, да, это плотность, это пси на пси со звездочкой. И вот эта плотность распространяется и последовательно рассеивается на примеси. То есть эта диаграмма просто описывает последовательное рассеяние классической частицы на примеси. Теперь, если сосчитать эту сумму, то сложные вычисления приводят вот к такому результату, что сумма этих диаграмм есть точность вот этого множителя, спереди единица на dq квадрат минус и омега, где какой-то импульс, а омега – это частота, которая вот сквозь лестницу текут. Теперь, что это такое? Это так называемый диффузионный полюс. Да, это верно на маленьких импульсах и частотах. Импульсы маленькие по сравнению с длиной свободного пробега, а частоты со временем. Теперь, что это такое? Это диффузионный полюс, это понятно, что такое. Это вот это, если посмотрите, это просто решение уравнения диффузии. Смотрите, вот это оператор диффузии,
d под t минус d градиент в квадрате, оператор диффузии действует на d и дает эту функцию. То есть вот это определенное вот этим уравнением d является функцией Грина уравнения диффузии. Отвечает на вопрос, я посадил куда-то частицу, она диффундирует, какая будет плотность через вероятность найти эту частицу через какое-то время. Это дается вот этим ядром уравнения диффузии. Ну и видно, что если вы преобразуете это в частотное импульсное представление, d под t как раз и даст минус и омега, это даст dq квадрат, и вы ровно увидите, что вот решение этого уравнения имеет такой. То есть мы получили квантовым способом решения классического уравнения. Да? А вот, казалось бы, это две частицы, у вас же две функции Грина. Наивно кажется, что распространяются две частицы. Вы называете это диффузоном. Да, да, хорошо. Я вам уже говорил, сейчас давайте еще раз скажу. Значит, классическая частица, когда мы говорим, значит, уравнение диффузии – это распространение плотности. Значит, когда мы классически сажаем, когда мы говорим про частицу классически, то это означает, что мы сажаем куда-то плотность, и она, ну, можно посадить ее в одну точку, то эта функция можно в какое-то распределение какое-то сделать этой плотности, посмотреть, как она будет расплываться, диффундировать. С квантовой точки зрения плотность – это си по модулю в квадрате. Да? С квантовой точки зрения есть понятие амплитуды, которого нет классических. Да? Вот, а одна линия вот эта – это распространение вот этой самой амплитуды. Именно поэтому, чтобы получить классический ответ, нужно как бы посадить плотность, то есть две, и посмотреть, как они диффундируются. Еще вопрос. Ну, в предыдущих случаях мы считали с одним, то есть с одной функцией Грина тоже называли частицы. Ну, хорошо, и не это терминологические вопросы. Значит, важно понимать, какая физическая величина чему соответствует. То есть, если речь идет о философском вопросе, то что называется самочастицей? Значит, еще раз, есть вот функция, есть квантовая функция Грина электронная. Это вот то, что называется квантовая функция Грина. Это вот такой объект, это просто одна линия. Да? Теперь, если мы хотим сосчитать, вычислить какую-то величину, например, проводимость, которая описывает отклик, там, ток на электрическое поле, то нужно сосчитать то, что на квантовом языке называют двухчастичной функцией Грина. Как? Ну, как бы тут родили две частицы? Но это квант... То, что с классической точки зрения является одной частицей, с квантовой — это все со звёздочкой. Да, что? Что значит, это линейный блок? Ну, нет, по-моему, если можно построить классическую диаграммную технику, она не будет учитывать квантовый эффект, о котором я буду говорить, но все, что я до сих пор сказал, она даст те же самые ответы. В классической диаграммной технике вместо вот этой диаграммы будет одна линия, которая будет распространяться. Это есть два разных языка. Но квантовый язык содержит в себе еще квантовые эффекты, к которым мы, собственно, переходим для этого. Но пока что мы на квантовом языке воспроизвели. Пока что мы сложным способом получили простые ответы. Хорошо. А КД большая, вот, которая не такая, а обычная большая. КД. Обычная большая. А, да, может быть, я это не сказал, да? Значит, вот, наверное, было написано, но я не сказал. Значит, это буковка Д, или я даже написал. Это буковка Д, это коэффициент диффузии. Значит, он, к сожалению, я не написал, да? Значит, он равен, ну, вот это, В квадрат, тау, и квадрат. Если объединиться, то это коэффициент диффузии. Да, хорошо. Значит, теперь есть еще важный элемент, которого нет в классической физике, а который зато есть в квантовой. Это называемый куперон. Значит, на первый взгляд, это вообще то же самое, отличается он тем, что я вот одну стрелочку в том направлении поставил. Да? Но именно поэтому его как бы не может быть. А в классической физике он появляется в квантовой. Значит, у функции Грина есть как бы направление. Она идет с точки R в точку R'. Там родили частицу здесь и убиваем ее, ну или смотрим ее, да, в точке R'. Теперь вот это как бы нормально, так, ну, так, такие, так сказать, договоренности такие, что значит, вот это нормальное расположение стрелочек. Мы здесь как бы рождаем, значит, здесь эти самые. Вот нормальному классическому ситуации будет соответствовать вот такой диффузон, где эти стрелочки стоят в разных направлениях. Ну, потому что это одна функция опережающая, другая опаздывающая. Если здесь время здесь меньше, здесь больше, то в эту сторону опережающая. А, хорошо.
теперь оказывается, что может возникнуть квантовый, и мы сейчас увидим, как он может возникнуть, вот такой странный элемент, где это одна из стрелочек повернута. Реально это будет соответствовать тому, что мы классическую частицу, которая состояла как бы из вот этих синтез со звездочкой, да, которые должны были распространяться вместе, расщепили на две отдельные синтез со звездочкой, и они начали жить своей жизнью отдельно. И как бы одна из них пошла по тому же пути, но в другом направлении. Мы сейчас увидим, как это получится. И такой элемент приведет к так называемой слаболабилизационной поправке в проводимости. Это будет сугубо квантовая поправка. Я непонятно будет, надеюсь, понятие на следующий. Теперь сосчитать такую диаграмму очень просто. Оказывается, что если нет нарушения симметрии относительно обращения времени, то функция Грина на самом деле совершенно такая же, что из точки R в точку H', что наоборот. Поэтому, на самом деле, сумма вот этих диаграмм ровно такая же, какая. То есть Куперон дается ровно тем же выражением, до тех пор, пока не нарушена симметрия относительно обращения времени. Я позже скажу, как она может нарушиться. Теперь где возникает этот Куперон? Вот где, значит, есть, когда мы считаем проводимость, в принципе, мы должны отсуммировать все возможные диаграммы. То есть мы должны ставить вот эти линии рассеяния на примеси всеми возможными способами. Вот. Но большинство из них, они будут там неинтересны, они будут какие-то маленькие поправки, которые... Но, значит, это был в свое время очень важный шаг, когда люди поняли, какие важные диаграммы, которые дадут главную квантовую поправку к вот этой классической формуле Дроде. И оказывается, что это диаграмма, которая имеет вот такие, соответственно, такие максимально перекрещенные линии. Теперь, если немножко подумать, то понятно, что вот эту диаграмму, я сейчас объясню, что это такое физически, но давайте сначала на эти диаграммы. Понятно, что вот эту диаграмму можно линии так немножко перегнуть. Это просто ровно та же диаграмма, вот так. Так, чтобы это снова стало лестницей. Но только у этой лестницы теперь вот эти две линии, стрелочки будут идти в одну сторону. Вот здесь они как бы шли в противоположные стороны. Да. А здесь уже это лестница, но они идут в одну сторону. То есть это и возник Куперон. Теперь, что такое Куперон физически? Физически чему он соответствует? Физически Куперон соответствует тому, что... Представьте, что у вас есть какой-то процесс. Ну, можно потом вернуться к проводимости, это другого процесса. Есть частица, идет из точки А в точку Б. Теперь может оказаться, значит, мы знаем, что вероятность процесса, чтобы сосчитать, нужно сосчитать амплитуду и возвести по модулю в квадрате. Теперь амплитуда — это сумма амплитуд, которые могут давать разные способы попасть из точки А в точку Б, дают вклад в амплитуду, надо их все сложить и возвести по модулю в квадрате. Теперь представьте, что есть два таких вклада в амплитуду. В одном случае частица идет вот по какому-то пути и делает такую петлю. А в другом случае она начинает отсюда же, а потом делает эту же петлю в обратном направлении. Вот квантовая интерференция таких, такие два процесса будут интерферировать. И вот это уже сугубо квантовый вклад. На классическом языке ничего такого не бывает. На классическом языке нужно не амплитуды складывать и возводить в квадрат, а складывать вероятность. Поэтому вот таких перекрестных членов, когда мы интерференцию двух разных путей, их просто нет классически. На квантовом есть. И вот именно этот вклад и описывается в такую диаграмму. Ну хорошо, значит. Извините, да. А можете легко объяснить, почему именно вот такие диаграммы с максимально перекрещенными прерывистыми линиями Ну хорошо, значит, легко. Не знаю, попробую, да. Значит, конечно, еще раз, есть всякие, есть всевозможные диаграммы, какие угодно, да? Значит, есть много диаграмм, которые... Значит, то, что мы до сих пор сосчитали, это были диаграммы, замечу, вот все диаграммы, которые были сосчитаны до сих пор, это были все диаграммы, где линии не пересекаются. Классические диаграммы — это диаграммы с непересекающимися линиями. Да? Вот сюда были вставлены вот такие вставочки, это self-energy, собственная энергия. Здесь мы увидели лестницу, то есть все, что не пересекалось, и это понятно, что это как бы такое было классическое, потому что, ну вот как здесь понятно, да, что идет как бы плотность, как бы рассеивается. Да? Понятно, что как только мы ставим какое-то перекрестие, то мы эту классичность нарушаем. Это означает, что вот две части, ну как бы, условно говоря, все со звездочкой начали жить каждой своей жизнью. Или мы начинаем интерференцию. Вот. Поэтому отсюда понятно, что нужно, значит, перекрещивающиеся. Разумеется, есть масса всяких более сложных перекрещивающихся.
спектрограмм. Это как бы самый простой, в каком-то смысле, способ делать. Значит, это, видите, что это почти лестница, опять же, одна, но только, как бы так говорят, в другом канале. Да? Перекрутить диаграмму, впрочем, одна лестница. Да? Окажется, что если бы много, очень с разными сложными способами начнете суммировать, вставлять, можно еще, например, одну такую последовательность, еще раз сюда вставить такого же шума, или там 5. Окажется, их всех можно классифицировать, и они будут содержать... Ну, вот мы сейчас увидим, что это, у этой поправки будет поначалу такая некая малость, квантовая поправка, не будет квантовая малость. Да? Вот те диаграммы будут содержать это уже, они будут в следующем порядке. Сочетание теории поля, они будут более эффективны теории поля, и будут диаграммы с более высоким числом петель. Но здесь пока это не видно, тут, но вот мы сейчас увидим, что это в каком-то смысле однопетлевая диаграмма. Собственно, это уже вот здесь видно. И это же будет не теория поля, это однопетлевая поправка. Вот эта петля, волнистая линия, это вот эта лестница. Да, я взял эту лестницу и ее вот такой волнистой линией сбил. А вот этот квадратик, это, или ромбик, это вот, это вот, вот эти четыре функции Гильдебранда. Теперь вот этот объект, он весь живет на маленьких расстояниях. Вы помните, что функция Гильдебранда затухала на длине свободного пробега. Длина свободного пробега будет для нас что-то такое маленькое. А вот это как говорят так, мягкое низкоэнергетическое море, да? Это куперон, у него пропагатор его, он с точки зрения теории поля без массы, да? У него нет никакой, ну, на маленькой частоте, вся частота идет в ноль, это такая мягкая мода, да? Он не затухает. Тем самым он может идти, распространяясь на очень большие расстояния. Поэтому, на самом деле, потом мы видим, что можно построить эффективную теорию поля, которая вот это все заменит вообще на такие точечные вершины, а это будет теория поля вот, вот этих вот мягких модов. С точки зрения этой теории поля, это просто открывает диаграмму. Хорошо, и поэтому она была. Не, ну всякому затухать то как-то должен, иначе у вас там правило было полюса. Нет, ну вот он такой, ну хорошо. Вот. Он типа мнимый? Нет, у него есть, не, у него есть вот мнимый этот самый ионик, если он стоит, но на маленькой частоте это что-то маленькое. У него никакой, в отличие от функции Грина, одночастичный, которая есть, как бы, условно говоря, масса, которая есть для нас свободно пробег, это очень быстро. Здесь нет никакого один натал. Есть, но маленький, главное, что это маленькая, это частота, еще очень маленькая. А омега вещественная, да? Омега, в принципе, ну, в физике вещественная, в жизни, в смысле, в теории можно, конечно, рассматривать все на многих частоте. Зачастую делается, зачастую полезно, но в физике в смысле, который не меряется, там вещество. Но это, как сказать, функция имеет там правильные аналитические свойства, аналитичная психология верхних углов. Хорошо, значит, теперь вот эта петля. Теперь как считается такая диаграмма, если я слово скажу, что значит, эта диаграмма опять же очень легко считается, в принципе, все вычисления здесь написано. Идея вычисления, и она это физическая идея, она стоит в том, что здесь есть разделение масштабов. Здесь есть мягкие моды, а именно вот этот куперон здесь, да, и есть как бы быстрые, быстрые методы. То есть вот эти электроны, они живут на поверхности ферма. У них характерный импульс, это импульс ферма. Они функцию Гильдебранда закупают на коротком расстоянии. То есть это что-то такое высокоэнергетическое или живет на коротком расстоянии. В то время как вот это живет на больших расстояниях маленьких. Поэтому, если соответствующий диаграмм, он просто расцепить. Что означает, что просто вот здесь вы вот про этот куб, который, вот импульс, который бежит к куберу, просто забудьте. После этого, если два диаграмма просто расцепляются, вот этот ящичек ромбик дает просто там какие-то диаграммы, которые легко вычисляются, двух функций Гильдебранда. А все остальное, это интеграл по импульсу, значит, этот куберон возвращается назад, почти точная объектность, приходит назад. Поэтому есть интеграл по импульсу от этого куберона. Интеграл по dq от dq квадрат. Ну и здесь я еще написал омегу, если мы изучаем проводимость на конечной частоте. Теперь, значит, как ведется интеграл от dq на dq квадрат, зависит от размерности пространства. Значит, теперь смотрите. Если пространство трехмерное, то этот интеграл как бы такой ультрафиолетовый, но на больших импульсах он обрезан, потому что эти q не могут быть больше длины обратной длины свободного пробега, да и вообще в твердосферной науке ультрафиолет вообще не проблема сюда. Все, чем-нибудь обрезано. В данном случае обрезано просто длиной свободного пробега и дает некоторую константу с верхнего предела, которая не очень интересна. Вот. Ну,
но зависимость от частоты есть, и она идет с нижнего предела. И ее можно записать так, значит, это как 1 на L омега, где L омега – это длина, которая соответствует частоте. Ну, здесь она там еще комплексная, не важно. Но это как бы вроде маленькая поправка, да? Не очень интересно, но есть некоторая поправка. Все становится сильно интереснее, когда мы идем в более низкую размерность. В двумерии этот интеграл уже логарифмический, и он дает логарифм отношения от верхнего и нижнего предела. И видно, что когда L омега идет в ноль, то есть мы смотрим транспорт на маленькой частоте, то эта поправка начинает просто расходиться. Она может быть сколь угодно большой. Да, эта поправка отрицательная. Она маленькая с точки зрения префактора по отношению к главной круговской проводимости, если у нее есть малость. Но на большой это L омега, то есть на маленькой частоте, она может вообще в конце концов забить исходную. Что означает, что эта формула станет, конечно, неправильной, потому что это неплохо, если первая поправка важнее главной. Но видно, что какая-то что-то интересное произойдет. Это мы увидим дальше. Теперь в одномерии ситуация еще интереснее. Эта поправка, опять же, может становиться сколь угодно большой, и она линейна по вот этой самой линии L омега. Теперь в общем случае, да, это в одномерии или в квази-одномерии, если это так. Ну, одномерие здесь не означает, что это просто чистое одномерие, это может быть такая вытянутая просто образец. Ну, вытянутая образец. Значит, вот эта L омега исполняет роль инфракрасного обрезания. Да, это минимальная длина, на которой вот этот интеграл Бекуна так квадрат обрезается. И в общем случае ее роль может исполнять какая-то из других длин, которая определяется или размером системы, или магнитным полем, или так называемой длиной сбоя фазы из взаимодействия. Таким образом, то, что мы сосчитали так называемую слабую позиционную поправку, которая сугубо квантовая, и этим интересно, и которая может становиться, в принципе, в двумерии и одномерии большой, что делает ее дополнительно интересной. Теперь эту поправку замечательно наблюдают в эксперименте. И вот примерно вот пример эксперимента, вот как это выглядит. Значит, чтобы ее наблюдать, да, это, как я говорил, небольшая поправка, как правило. Ну, что, теперь как наблюдать небольшую поправку? Ну, то, что просто изменилась немножко проводимость, это сложно наблюдать. Надо ее чем-то менять. Да? Надо как бы включать и включать, тогда будет легко наблюдать. Значит, способ включать и включать поправку — это включать и включать магнитное поле. Теперь почему? Магнитное поле нарушает симметрию относительно обращения времени. Фундаментальная симметрия в квантовой механике. Магнитное поле ее нарушает. Мы все знаем, что если включить магнитное поле, то частица будет крутиться в направлении. Если мы эту орбиту обратим, то она обратно или в обратном. Потому что направление нарушает симметрию обращения времени, но это, разумеется, мгновенно длинно стоит. И уравнение хорошо известно. Значит, тем самым, если мы включим магнитное поле, то мы должны эту поправку просто убить. И если эта поправка была отрицательной поправкой проводимости, то проводимость при включении магнитного поля должна увеличиться. Вот. Теперь вот смотрите сюда. Здесь вот магнитное поле. И вот этот вот пичок здесь, это и есть вот эта слабая позиционная поправка. Значит, это здесь нарисовано сопротивление. И видно, что в нулевом магнитном поле сопротивление увеличивается по сравнению с сопротивлением, когда магнитное поле. Оно какое-то было, сопротивление там бах, увеличивается, было, увеличивается. И это и есть вот эта слабая позиционная поправка. А теперь несколько кривых здесь, это все вот в этой области, несколько кривых соответствуют разным температурам. И температура играет следующую фундаментальную роль, в следующем смысле. Дело в том, что кроме магнитного поля и вот этой омеги, и размера образца, инфракрасному обрезанию может служить также вот так называемая длина сбоя фаз, которая очень активно изучается. Эта длина, фактически, это время жизни электрона за счет столкновения с другими электронами. Теперь, чем выше температура, тем больше неупругих процессов, тем короче это время жизни. Чем короче это время жизни, тем больше будет зарублена вот эта поправка.
Поэтому при более низких температурах эта поправка становится больше и больше. Эта температура более высокая, кривая, соответственно, более низкая. Теперь вот эта часть этих кривых соответствует другим эффектам, а именно эффектам электронных. Перенормировок за счет электронно-электронного взаимодействия — это отдельный случай. Еще один пример того же самого наблюдается, то же самое магнит. Это так называется магнит сопротивления, отрицательное магнит сопротивления, то есть видите, со включением магнитного поля сопротивление падает. Это принято называется магнит, отрицательное магнит сопротивление. Здесь нарисована проводимость, поэтому этот плечок перевернут, но это ровно то же самое. И это, например, здесь пример на двуслойном графине, более совсем недавно. Да, есть еще, значит, такое совершенно замечательное свойство, что эта поправка, я говорю, что она отрицательная, что она делает проводимость меньше. Это не всегда так, и оказывается, что это зависит от вот некой от внутренней симметрии вот этой соответствующей теории, а которая, в частности, меняется, если имеется спин-орбитальное взаимодействие. Что делает спин-орбитальное взаимодействие? Она некоторые из вот этих мод, куперонных мод, делает массивными. Ну, собственно, это можно понять. Понимаете, там эти куперонные моды делятся. Синглетная и триплетная по спину, и оказывается, что синглетная остается, а триплетная становится массивной. У нее появляется длина, на которой она экспоненциально затухает, и поэтому на больших расстояниях она вклада не дает. И в результате оказывается, что меняется знак. То есть система с сильным спиноорбитальным взаимодействием, это может быть положительный момент. Ой, прошу прощения. И вот это то, что видно здесь, это положительный момент сопротивления. В образцах проволок золота, палладий, где спин-орбитальное взаимодействие сильно. Более того, можно увидеть оба на одном образце, а именно кроссовер от положительного магнита, значит, вот это нарисованное, опять же, сопротивление. Поле. Вот здесь мы видим вот это отрицательное магнитное сопротивление, которое мы видели раньше. Это положительное, которое бывает с спиноорбитальным образом. Причина состоит в том, что, ну, как я уже сказал, есть характерная длина, на которой это спиноорбитальное взаимодействие начинает работать. Поэтому вот эта часть кривой означает больше масштаба, где она уже заработала. Ну, с магнитной лямбдой, как ты считаешь, длина соответствующих куперонных петель. А здесь это обычное отрицательное магнитное сопротивление, тут еще не работает. Вот, вот такие, значит, это квантовые поправки, которые да, достаточно давно изучаются. И, ну, как вот видите, что это вот, тик исследований в 80-е годы, но это по-прежнему очень, так сказать, активно на новых материалах, в графине это активно изучалось. И это, хотя они даже, может быть, маленькие, как правило, эти поправки, но они их легко увидеть, потому что они живут на очень маленьких магнитных полях. Значит, почему их можно отделить? В принципе, в магнитном сопротивлении есть очень много разных плав. То есть, да. Но на таких магнитных полях ничего, видите, какие-то милитесты, да, тут обычно ничего еще не происходит. Потому что всякие эффекты, которые такого более классического происхождения, они, для них эти поля — это несерьезно. А здесь магнитное поле, оно такое действует на очень чувствительно, а именно оно действует не за счет своего орбитального эффекта, не за счет того, что оно сгибает траекторию, а за счет того, что оно дает фазу электронной, что эти две траектории начинают приобретать фазу. И это оказывается, что происходит на очень маленьких магнитных полях, поэтому эффект можно отделить. Кроме того, как я уже объяснил, у него есть очень значительная температурная зависимость. Это позволяет выделить этот эффект и изучать вот такие квантовые свойства систем, в частности, изучать время фазировки, если он ходит, и наличие спин-орбиты, то есть это очень важный способ создавать и понимать квантовый транспорт. Но как мы увидим,
эти самые эффекты слабой локализации могут приводить к еще более драматическим последствиям, а именно становиться сильной локализацией. Да, это вот то, что я до сих пор говорил, она называется слабая локализация, потому что какая-то небольшая проблема. А, да, значит, еще такая вот историческая тоже тема истории. Значит, одно из первых, когда это было предсказано, слабая локализация, а один из знаменитых экспериментов, который доказал ее, продемонстрировал наличие первой поправки, было измерение эффекта Арона-Бома, то есть измерялась проводимость такого цилиндра. И здесь есть опять же такой же куперонный вклад, но только от траектории, которые идут вокруг цилиндра. То есть куперон может сделать круг вокруг цилиндра. Это означает, что это интерференция траектории, которая идет по часовой стрелке вокруг цилиндра и против часовой стрелки вокруг цилиндра. И это приводит к тому, что есть эффект, вклад в эффект Арона-Бома с периодом, который есть аж на 2 Е, в отличие от нормального эффекта обычного. Нет по потоку, но здесь из-за того, что пироны мог эффективный заряд двое. И это был знаменитый, это было предсказано Шуром Ароном с кулаком и наблюдено в знаменитом эксперименте Шарвина-Шарвина, который сыграл очень важную роль для понимания развития этой области. Так, ну вот теперь я уже говорил про что слабая локализация может становиться сильной. Значит, теперь можно, глядя на вот эти формулы, которые у нас были на поправке, понять, когда это произойдет. Значит, давайте представим себе, что у нас температура равна нулю, магнитного поля нет, и частота тоже ноль, на которой мы изучаем проводимость. Будем считать просто проводимость системы размера A. То есть вот эта роль вот этого обрезания вместо элемика здесь будет просто эти размер системы. Теперь давайте задам вопрос, на какой длине вот эта поправка станет порядка самой проводимости. Вот в мере ее наличия. И понятно, что такая длина будет, потому что эта поправка неограниченно вырастает. В двумере эта длина будет экспоненциально большой, нам надо, чтобы логарифм сравнялся с какой-то большим значением, с классической проводимостью, которая большая в этих единицах, в то время как в одномерии, экспонента нам не будет, значит, эту длину мы сейчас легко найдем, и она, значит, вот такая, что в двумерии, как я уже говорил, она есть, ну, это там длина свободного пробега умножить на экспоненту. Так, теперь стоит вот это g. Значит, это g — это классическая проводимость системы, выраженная в единицах такого кванта проводимости. Именно e квадрат видна уж. Значит, есть из заряда электрона и постоянной кванка можно устроить комбинацию, которая имеет размер размерности проводимости, и значит, вот это G, это добавим безразмер проводимости системы, то есть проводимость, точнее, размер проводимости в двумере, называемая кондуктанция, обратное сопротивление в общем случае. Теперь если, значит, вот, пересчитать двумерную проводимость по эти единицы, получится что-то безразмерное и большое слабое состояние. И поэтому в двумере есть вот эта длина, которая экспоненциально большая. Ну а в одномерии она, значит, просто пропорциональна. Ну, значит, плотность состояния — это константа диффузии, ну, то есть тоже проводимость. Тоже большая резкая проводимость высокая. Классическая. Значит, есть такая длина, на которой поправка, которую мы сосчитали, становится большой и отрицательной. Ну, если бы мы продолжали пользоваться этой поправкой, то проводимость у нас получилась отрицательная, чего не может быть, потому что проводимость не бывает отрицательной. Значит, там должна произойти, должно что-то произойти, и оказывается, что то, что там происходит, это так называемая локализация, то есть сильная локализация или андерсоновская локализация. А именно, что оказывается, что волновые функции системы, электрона в случайном потенциале за этой длиной просто экспоненциально убывают. Это означает, что если мы будем изучать проводимость такого образца при нулевой температуре, ну, в отсутствии взаимодействия, то эта проводимость просто тоже будет экспоненциально убывать, ну, проводимость или кондуктанс, то есть обратное сопротивление, будет экспоненциально убывать с размером системы. Да? То
сначала мы увеличим размер системы, до какого-то размера более-менее работает закон Ома, плюс поправки какие-то квантовые, которые мы сочетали. А на больших длинах произойдет какое-то чудо вот в низкоразмерных системах, а именно электроны залокализуются, они больше не хотят приближаться, и проводимость начнет падать экспоненциально, сопротивление начнет расти экспоненциально. Увеличить, конечно, да. Еще раз, если волновые функции, если вы возьмете волновые функции электрона в случайном потенциале, в бесконечной системе, то они будут иметь какую-то характерную длину и за ней экспоненциально убывать. Просто такие локализованные. То есть локализация, они локализованы на этой линии. Поэтому, если вы будете изучать теперь сопротивление там, какого-то образца, какого-то размера, то на маленьких размерах вы не видите еще эту локализацию, да? Ну, потому что это меньше. Будете увеличивать, вы когда-то дойдете до этой длинной локализации, и за ней вы просто увидите, что у вас сопротивление экспоненциально возрастает. Значит, это... А? А, да, я не знаю, какие... Перерыв предлагаете, да? Как скажете, да? Да. Хорошо? Да, да, как? Хорошо? Давайте. Thank you.
Вопрос,
нуклеотидов есть общее уравнение. Да, значит, я вот сказал, что есть такое замечательное явление, это из локализации, а теперь, ну, в перерыве меня уже спрашивали, я, собственно, сам об этом хотел сказать, и вообще, как это, легко ли это наблюдать, да? А в эксперименте ответ – нет, нелегко. А, значит, по-разному, в совокупности причин. Значит, первое стоит в том, что надо, во-первых, чтобы это наблюдали, такую сильную локализацию в конечном образце, то надо, как минимум, чтобы размер этого образца был больше для локализации. Чтобы экспоненциально сужает, надо, чтобы размер был больше, чем длина, на которой эти экспоненты развиваются. Да? И это особенно нетривиально в умере, потому что, как мы видим, в умере это экспоненциальная функция, это длина локализации от, ну, от проводимости системы. Теперь, если взять типичный двумерный электронный газ, который там состоит в полупроводниковых структурах, у него это же будет типично 1000. Ну, понятно, что такого электронного. Да, теперь чтобы было, значит, может быть, значит, G — это проводимость системы, измеренная единицей E квадрат на H. Теперь я сказал, что E квадрат на H имеет размерность проводимости. Контактанс, то, что называется, контактанс — это обратное сопротивление. Значит, E квадрат на H — это не обратное, E квадрат на H. H на E квадрат — это 25 килоом. Поэтому для двумерного газа, значит, нужно его проводимость сравнивать с проводимостью вот обратной 25 килоом на квадрат. Теперь в хорошем, например, электронном газе, в полупроводниках, это может быть совершенно просто нелегально, может быть, там, в тысячу раз, даже в несколько тысяч раз больше. В результате понятно, что если будет конвенционная длина экспонента 1000, то мы ее наблюдать не сможем, это будет сильно больше размер Вселенной. Но можно его сделать, звучит достаточно грязный такой газ, достаточно низкой концентрации, чтобы он был эффективным, чтобы это же было там, ну, там двоечка, да, тогда это можно наблюдать. В квази одномерии это проще, здесь нет никакой экспоненциальной зависимости. Вторая проблема стоит в том, что электроны взаимодействуют между собой. Это все было про невзаимодействующие. Теперь, значит, тогда из-за того, что электроны взаимодействуют, у них есть некое время жизни по отношению к электронно-электронному взаимодействию. Каждый электрон живет в своем одноэлектронном состоянии только какое-то время, а после этого он как бы стукается с другим электроном и летает в другое состояние. В этот момент вот эти интерференционные процессы, о которых я говорил, обрезаются. И именно поэтому вот эта длина эфи, здесь я и говорил, что она будет стоять в качестве одного из возможных обрезаний. Это как бы максимально больше, чем эта длина эфи, это длина, сколько живет электрон до того, как он рассеется на другом электроне. Этот куперон идти не может. Поэтому теперь, чем выше температура, тем короче это время жизни электрона, да, тем чаще происходит этот процесс. Поэтому нужно идти на достаточно низкую температуру. То есть это требует совокупности температур, качества образцов. То есть это не просто. Но наблюдалось, да, и в мере, и в квазиодномерии. Умели это можно увидеть, в частности, что при понижении температуры система, когда вот эта самая длина эфи становится все больше и больше и больше, и система переходит из области слабой локализации в область сильной локализации, где ее проводимость становится экспоненциально маленькой. Теперь еще одно замечание, что это не есть что-то такое специфическое для электронов. То, что я до сих пор говорил, я решал вообще уравнение, обсуждал уравнение Лапласа со случайным потенциалом. Совершенно аналогично будет описываться физика электромагнитных волн или каких-либо других классических волн, которые где-то находятся, распространяются в какой-то случайной среде, какой-нибудь акустический волн. Поэтому, в принципе, любое волновое уравнение со случайным потенциалом, случайным потенциалом, со случайным параметром, в оптике, оно может быть случайно электрическим, постоянно меняется в среде и будет приводить к этим эффектам локализации. И они изучаются также и в оптике, и в акустике. Да, хорошо. Ну давайте тут два слова скажу. Если
такое знаменитое тоже явление, которое относится к той же области, что и слабая детализация, возвращаясь немножко назад к слабой детализации, которая называется мезоскопические флуктуации. А именно можно задать такой вопрос. Представьте себе, что я сделаю несколько образцов, которые будут как бы, с точки зрения макроскопической совершенно одинаковые. Будет абсолютно одинаковая концентрация примесей. Но эти примеси будут стоять по-другому. Там будет столько же, но они по-другому будут расставлены. И я буду у всех этих образцов мерять их сопротивление. Ну, разумеется, я не буду получать один и тот же ответ, потому что ну, примеси по-другому как-то будут чем-то отличаться. Это такие флуктуации, как образцы, называются мезоскопические. Оказывается, что вот эти квантовые эффекты, которые приводят к большим поправкам, относительно большим поправкам, не квантовым поправкам, которые сначала они были маленькие, потом они у нас стали большими, но в любом случае они такие квантовые, они же приводят аномально к большим флуктуациям, большим с точки зрения с классической физики, больше, чем мы бы ожидали с точки зрения классической физики. То есть они имеют их скейлинг с размером системы не соответствует тому, как классические флуктуации должны скейлироваться единицы на корень из объема, эти, так сказать, убывают с объема медленно. Хорошо, но я думаю, что я не буду больше про это говорить. И теперь перейду к такой теме, к теме перехода металл-изолятора. Значит, я вот уже говорил о том, что вот эти эффекты слабой детализации развиваются в сильную. И тот факт, что в системе может оказаться, что это означает, что в такой системе, в бесконечной системе, у вас вообще не будет проводимость. Да? Представьте, что у вас все экспоненциально локализовалось. Я сказал, что с увеличением размера системы проводимости кондуктанс будет экспоненциально убывать, сопротивление экспоненциально возрастать. Это означает, что в термодинамическом пределе проводимость системы окажется равной нулю. Или диффузия частицы в этой системе, коэффициент диффузии будет равен нулю. Квантовая частица не хочет диффундироваться. Она доходит до какого-то места, диффундирует, а дальше локализуется, останавливается. И это была такая знаменитая работа Андерсона 58 года, недавно бурно отмечалось 50-летие этой работы, открытие явления андерсонской локализации. Работа называлась вот так, The Absence of Diffusion in Certain Random Lattices. И ну, это одна из очень знаменитых, самых цитируемых работ в физике, одна из самых многих тысяч. Цитирований, но и, в частности, она принесла Андерсону вместе с другими, в частности, Мотор, Нобелевскую премию 1977 года, хотя у Андерсона есть много других работ, которые могли бы ему принести Нобелевскую премию, но Нобелевскую премию лучше именно за локализацию. Теперь, значит, что такое, что происходит в системе с точки зрения формального описания? Значит, происходит следующее. Чем отличается вот такой переход, чем отличается вот поведение системы вот в этой фазе андерсоновского изолятора, где произошла эта локализация, от фазы металла? Отличается следующее формально. Значит, если я возьму коррелятор вот такой, который из произведения двух функций Грина, усредненно. И это буквально, помните, мы с вами считали, классически это получался просто вот этот диффузионный пропагатор, который описывает такую диффузию. Оказывается, что если мы находимся в изоляторе, то есть система является термодинамическим пределе изолятором, то этот диффузон, который был вот таким на классическом уровне, приобретает совершенно другой вид. А именно он сам, в сущности, вот этого 1 на омега, имеет вид функции, которая затухает экспоненциально на масштабе локализационной длины. Это означает, что если перевести это в импульсное пространство, то по сути здесь появится масса. Здесь будет q квадрат плюс ну, вот, единица на кси квадрат. То есть, ну вот для тех, кто
массовая мода, а здесь мы видим, что у нее, что мода, что соответствующий пропагатор станет массивным, да, является массой или в точке зрения координатного пространства, это означает экспоненциальность. Хорошо. Теперь как бывают система в термодинамическом пределе может быть металлом, а может быть изолятором. И это означает, что бывают переходы, фазовые переходы между этими двумя состояниями. И эти переходы называются андерсоновские переходы. Значит, теория этих переходов была сначала предложена на таком феноменологическом уровне, вот в этой известной очень знаменитой работе Абрахам Сандерсон и Чак Дэйл Рамакришна, 1979 год. И современное мы понимаем, значит, сейчас это на другом языке, более как современном, как Ренуа группы, соответствующей теории поля, которая есть в сигма-модели, я про нее сейчас немного скажу. Значит, но первая, значит, идея была тоже совершенно феноменологически, она выглядит следующим образом. Этими авторами были поняты, мы на самом деле, как всегда, на основании частично этих работ предшественников, что вот этот самый безразмерный кондуктанс является хорошей, как говорят, скеллинговой переменной. Да? То есть можно описывать, что происходит, полезно изучать, как этот кондуктанс, то есть обратное сопротивление образца, меняется при увеличении размера образца. В следующем будем рассматривать образцы. Возьмем какую-то систему с какой-то концентрацией беспорядка и начнем увеличивать размер системы. Значит, оказывается, что полезно создавать систему вот этим безразмерным кондуктансом, то есть кондуктанс, обратное сопротивление, померенное в единицах e квадрат на h, и изучать эту бета-функцию, то есть производную от логарифма этого кондуктанса по размеру системы. И, собственно, скеллинговая теория говорит, что вот эта бета-функция и сама будет функцией только кондуктанса, и больше ничего. С точки зрения теории поля, это будет означать, что теория поля, что это правильная константа связи, это перенормирует теория поля, у нее может быть перенормирует теория поля, у нее может быть ренуа группа и так далее. Теперь, как будет устроена эта бета-функция? Значит, смотрите, когда кондуктанс большой, это означает, что система такая хорошая, как бы идет, как хороший металл, да? Она хорошо проводит большой кондуктанс. Значит, здесь можно посчитать какую-то функцию, и в первом приближении она будет определяться просто законом Ома. Там мы берем кондуктанс, обратное сопротивление кубика, ну или квадратика, полосочки, и смотрим производное его по линии. Мы получим ответ, что это 0. Для двумерия, там минус 1 для одномерия и 1 для трехмерия. А дальше к этому имеются квантовые поправки, которые мы сосчитали, которые дадут вот это отклонение вниз. Теперь при маленьком кондуктансе это означает, что система очень-очень грязная. Там мы ожидаем вот эту экспоненциальную локализацию, о которой мы говорили, и поэтому это означает, что здесь, да, кондуктанс будет экспоненциально убывать. А с длиной, и это значит, функция пойдет сюда, вниз, она будет действовать. Ну, дальше, предполагая, что все так плавно соединяется, можно сделать такое предположение, что эта бета-функция вот идет так, как нарисовано здесь. Из чего следует следующее? Значит, вывод на феноменологическом уровне, что в одномерии и двумерии бета-функция все время отрицательная. Это означает, что мы начинаем как бы из металла, мы потом утекаем при увеличении длины изолята, то есть в термодинамическом пределе мы всегда получим изолятор. В то время как в трехмерии имеется вот эта точка, которая разделяет здесь область положительной бета-функции, здесь отрицательной. И эта точка является точкой перехода металла изолятора. Это означает, что если вы начнете с системы достаточно чистой, вы потечете в металл при увеличении размера системы, если на наличном пределе у вас металл, а если вы возьмете систему побелизнее, вы потечете при увеличении размера системы в изолятор. Это означает, что имеется переход
базового перехода, да, изменение какого-то параметра системы, основное состояние системы, принципиально меняет свои свойства системы из металла, становится изоляторным. Значит, это фазовый переход, у которого есть масса всяких очень интересных свойств. Ну вот, если интересно, у меня сравнить недавний обзор, ну, было много обзоров раньше, здесь тоже, ну, так, естественно, есть ссылки тоже есть, но с учетом более недавних развитий, может, можно найти здесь. Хорошо. Теперь я уже сказал, что это можно описывать некоторые эффективные теории поля. Значит, вот это, про это здесь немножко, значит, я расскажу. Теперь, значит, что это? Эта теория поля имеет вид так называемую линейную сигму-модель. Опять же, возможно, в контексте физики частиц вы сигму-модели тоже слышали, они, собственно, там были введены вначале. Но оказалось, что они исключительно полезны и во многих аспектах физики конденсированного состояния, но и в частности в области локализации. Значит, это сигма-модель. Значит, это такая теория поля, которая характеризуется вот этим полем Q. Значит, то, что здесь написано, это действие. Да? Это самая теория. А, значит, поле Q, это, оно живет в пространстве. И действие выглядит вот так. Значит, это так называемый супер-трейс. Я скажу, почему супер, но для начала это просто трейс. Какое-то матричное. Значит, тут написано очень простое действие, а именно градиент поля в квадрате, а это просто само Q умножить на некую простую там, лямбда, некая постоянная матрица там, с элементами 1 и минус 1. Омега — это да, константа, здесь dn — константа, коэффициент диффузии, а омега — это частота. Значит, действие будет исключительно простым, оно вообще квадратичное по полю Q, и на первый взгляд это вообще тривиально. Да, любое теория с квадратичным действием, свободная теория, гауссовый интеграл считается тривиальным. Но это не так, потому что это сигма, это нелинейная сигма-модель означает, что поле Q, на него есть вот такая связь, именно что Q квадрат равен единице. Значит, поле Q это некое, это в данном случае матрица. Если бы это был вектор, то это означало бы, что он живет на некоторой сфере, на поверхности сферы, как бы его, конечно, единичный вектор крутился бы, да? А в данном случае чуть посложнее, это матрица. Но чтобы себе представить, можно представить, что такое вектор. Да? Тогда понятно, что такое, он может как-то торчать в разных направлениях. Да? Ну и понятно, что это уже совсем не простая теория. Вот. Теперь Q — это матрица, и более того, это такая на самом деле суперматрица. То есть на самом деле разные формулировки. Есть формулировка, так называемая репличная этой теории. И это такое общее свойство, что когда вы... у нас есть вначале беспорядок, и поэтому беспорядок нужно усреднить. Оказывается, что это такое непростое дело. Есть такой метод реплик, который придуман для усреднения по беспорядку, достаточно общий, который состоит в том, что нужно ввести там n копий данной теории, а потом в конце этой n стремить к нулю формата. Значит, если действовать таким методом, то этот куб будет жить вот на некотором таком многообразии, да, теперь я понимаю, что вы уже что-то про группы тут обсуждали. Константин Абрамович рассказывал, так что вы уже символ там типа U от N раз. Ну, не важно. S U U это такие уже тонкости. Вот O, наверное, раз. Да, значит, да, есть три, значит, больших семейства. Группа, а именно унитарные, ортогональные и симпатические, про которые, ну, до некоторой степени рассказывалось. Теперь есть еще такие чуть более сложные конструкции, которые называются симметрическими пространствами. Симметрические пространства — это то, что получается, ну, хорошо, эти простите, просто, значит, они получаются, как можно сказать, то, что здесь не всё, смотрите, это одна группа делится как бы на другую, да, это укрепство. Произведение U-группы, это U делится на вот, по ней факторизуется. Да? Ну, примером, самым простым примером симметрического пространства является сфера. Да?
если взять сферу, да, сфера, понимаете, сфера характеризуется двумя углами. Теперь, значит, если вы начнете с группы вращения трехмерного пространства, в ней будет три угла, да, группа SO3, если один из этих углов, если по одному из этих углов профакторизовать, который соответствует глубине SO2, у 1 что то же самое, то, что останется, это будет просто сфера. Ну, уже пример с электрического пространства. Вот этот самый матрица Бу живет на таких более сложных симметрических пространствах, которые вот так устроены еще и в пределе M к нулю, или же оказывается, что их нужно делать суперсимметричными. Тогда не нужно рассматривать этого предела M к нулю, и тогда это более математически куда лучше определенные задачи. То есть здесь удивительным образом, хотя еще как вначале не было суперсимметрии, как задачи не было, но оказывается, для того, чтобы вывести теорию поля и соединить по беспорядку, приходится ввести суперсимметрию. Эффективная теория поля, которую я описываю, это суперсимметричная теория поля, и эта Q живет, более того, она в одном направлении компактная, а в другом некомпактная, это многообразие. Это некое произведение сферы на гиперболоид, как бы, которое еще одето так называемыми антикоммутирующими переменами. Да, ну вот, я не хочу в эти тонкости, совсем уж технические детали в это вдаваться, но просто считаю, что есть некое такое пространство, которое в каком-то смысле такая сложная сфера. Ну и к тому же еще такая слегка в половине направления компактная, в половине некомпактная. Но на самом деле она еще такая суперсимметричная. Вот, теперь, значит, есть, да. Теперь как это. Да, это, конечно, значит, звучит красиво. Теперь можно спросить, откуда это берется, это можно вывести. Я не очень хочу. Значит, тут есть несколько прозрачных примеров, в которых этот вывод более-менее изложен. Наверное, не хочется через него идти, но смысл состоит в том, что переменная, которая вот, становится вот этой переменной Q, это в каком-то смысле поле плотности. Не совсем, это я такой очень сейчас, так сказать, так, грубо говорю, но тем не менее, значит, можно себе в качестве такого нулевого пристанища спросить, что это за такие поля Q, когда мы начинаем с наших исходных электронных полей, то оказывается, что это поля, вот если мы вначале описываем наши электроны полем фи, то в конечном потом мы вводим поля, которые такие билинейные по фи, такие фи на фи крест. И дальше оказывается, что действие в терминах может писать в терминах этих полей, и оно высаживает эти поля, высаживаются вот на это. Сферическое многообразие. Я не хочу сейчас вдаваться больше в эти детали, а покажу просто некую аналогию, которая может быть полезна, потому что будет тяжело следить за выводом. А именно вот такая очень простая сигма-модель, которая описывает ферромагнетик во внешнем магнитном поле. Да? Представьте себе, что у вас есть спин, который живет на сфере и может смотреть в разных направлениях. То есть есть не один спин, то есть есть пространство. Да? В каждой точке имеется этот спин. Ну, или у вас есть решетка этих спинов, и вы идете в такой длинноволновой предел, когда можно считать, что это координаты меняются непрерывно. Да? И вы хотите написать энергию этой системы спин. Да? Эти спины между собой взаимодействуют. В длинноволновом пределе это взаимодействие будет иметь вот такой вид. Это будет просто. Спины хотят все выстроиться одинаково. Да? Означает, что за то, что спин меняется, за градиент вы платите какую-то энергию. Ну и понятно, что главный член в этом могут быть пропорционально квадрату градиента с каким-то коэффициентом, который, значит, называется. Обычно это спин стифнес. И будет член, разумеется, если у вас есть еще магнитное поле, то, естественно, что вы будете просто дополнительная энергия, которая просто в спину магнитном поле. А спин может быть какой-то n-компонент. Значит, это означает, что у вас спины живут на сфере, которая есть S, n-1
равномерная сфера, которая есть не что иное, как вот такое симметрическое пространство. Группа ОН, деленная на группу ОН минус этим. То есть сфера ОН минус этим – это просто пример симметрического пространства. Теперь вы можете сказать, да, значит, есть вот такой гриппиниан, такая, значит, на него связь того, что вы можете перейти к независимым переменам. А именно все независимые, если вы одну скажете, что S1 выражен через все остальные, через S перпендикуляр. Все эти. То есть N минус одна переменная будет независимой. S1 вы через них можете выразить, подставить сюда. И у вас это превратится вот в такое. Это будет останется член такой же, плюс вот этот даст B на S перпендикулярное в квадрате, и будут члены более высокого порядка. Теперь, если вы для начала забудете про эти члены более высокого порядка, то вы увидите отсюда, что квадратичная форма вам говорит, что будут вот такие галстоновские моды, которые просто есть спиновые фолды, да? То есть просто квадратичная форма этой самой энергии, которая вот капа на q в квадрате плюс b. Это сколько вы платите за вот такую флуктуацию с импульсом q. Теперь ровно то же самое вы можете проделать, а это будет просто взаимодействие этих спиновых. И ровно то же самое вы можете проделать в той модели, о которой я сейчас говорил, сигма-модели для локализации. А именно, можете сказать про это поле Q, тоже его правильным образом запрограммировать через независимые перемены. И тогда написать это действие, у него тоже будет квадратичная форма, которая будет иметь вот такой вид, плюс члены более высокого порядка. Теперь, если вы сначала забудете про члены более высокого порядка и посмотрите на квадратичную форму, то вы увидите, что соответствующий корреляторы отсюда просто то, что стоит, это d квадрат минус йомбик. Да? Это ровно тот самый диффузор. Да? То есть это означает, что вот эта теория на квадратичном уровне это просто дает вот эти самые диффузоры. Да? А следующий член это будет взаимодействие этих самых диффузоров. И это взаимодействие, это не есть взаимодействие в смысле электронно-электронного взаимодействия. Это вот эта теория так устроена, это была не взаимодействующая теория. Но на языке этих самых диффузонов, это можно понять, что такое это взаимодействие на языке тех диаграмм, которые я рисовал. Это будут вот такие лестницы, которые я рисовал, которые будут соединяться там такими электронными тоже нейтронами. Название Хиками Бокс. Короче, видно, что эта теория содержит в себе то, что мы до сих пор говорили. И на самом деле она содержит в себе, вот спрашивали, что почему надо только эту диаграмму, мы рассматривали только одну вот эти пересекающуюся диаграмму. Эта теория содержит в себе все диаграммы. Да? То есть ее можно генерировать не однопетлевые, двухпетлевые. Она знаете, все диаграммы, которые получались из той науки, но здесь мы уже сделали некую важную вещь, мы уже перешли к этой эффективной низкой энергетической теории. Это уже теория, которая только знает про эти мягкие моды, диффузоны и куперон. А все высокие энергии как бы электронные, они как бы уже отмерены. Такая красивая аналогия. А теперь, зачем она нужна? Что вообще с ней можно сделать? Да? Я не тянулся с... Ну да. Значит, что с ней вообще можно сделать? Ну, для начала можно, как я бы сказал, с нее воспроизвести вот ту диаграмматику, о которой я говорил, построена через на исходном языке, можно теперь из-за вот этой эффективной теории. Но это было бы, ради этого не стоило бы ее выводить. Значит, на самом деле можно сделать сильно больше. Ну вот давайте некоторые вещи еще. Ну, например, для одномерных, квазиодномерных образцов, такие длинные вытянутые образцы, да, эта теория оказывается одномерной. И ее можно просто точно решить. Сигма-модель в одномерии, как если исходы обратят квазиодномерным, эта задача становится просто одномерная, поперечная, координаты роли не играет. Эту задачу можно точно решить, доказать, увидеть, что происходит вот этот кроссовер от слабой локализации к сильной локализации при увеличении размера системы, и просто сосчитать, например, конвертанс как функцию длины. Видите? А дальше можно изучать вот эти андерсонские переходы, например, более высоких размерностей, где есть в зависимости от силы беспорядка, фазы металла и беспорядка, с помощью вот этой норм группы, то есть ведомой группы, которая позволяет понять базовые диаграммы, сосчитать, они на языке какого-то
дальше эти сигма-модели могут включать в себя, это мы завтра поговорим, нетривиальную топологию. Пока этого у нас не было, но оказывается, что для задач, в которых каким-то образом возникают дираковские фермионы, эти сигма-модели могут иметь нетривиальные топологические члены дополнительно, и это относится, например, к таким системам, как топологический изолятор, о которых я надеюсь, тоже завтра поговорю, ну и до некоторой степени графен. То есть есть системы, очень активные исследующиеся, в которых соответствующие эти теории поля будут включать топологический эффект. Ну и есть различные там, обобщения этих сигма-моделей на случай взаимодействующих систем, на случай неравновесных систем, различные непертурбативные эффекты изучать, которые просто нельзя увидеть, их делают той диаграмматики, которые... То есть это очень, такой, в общем, в целом мощный метод для широкого класса систем. Хорошо, ну давайте я же, да, чуть-чуть покажу про... Вот я просто проиллюстрирую одно из них. Сначала это вот этот... нет, вот эта самая квазиодномерная система, что можно построить точное решение этой сигма-модели и найти проводимость как функцию длины. Ну, да, это вот, моя деятельность почти уже 20-летней давности, и, ну, и другие люди тоже, и вот тут нарисован пример, давайте вот на этом посмотрим. Здесь это длина системы, как образца, деленная на локализационную длину, а это нарисован кондуктант, то есть обратное сопротивление, нормированная так, что если бы все было классически, если бы был закон Ома, то здесь была бы просто единица. И вот то, что мы тут... Да, теперь эти три кривые соответствуют разным, так называемым, симметриям вот этой задачи. Я уже говорил, что, например, когда есть спин-орбиты и нет спин-орбиты, это разные, в одном случае есть локализация, в другом случае антилокализация. И также я говорил, что магнитное поле вообще убивает вот этого первого кварта поправки. Оказывается, что на простейшей ситуации есть три таких разных симметрии этой задачи, а именно ситуация нарушенная, когда есть магнитное поле, когда нарушена симметрия относительно обращения времени, ситуация, когда магнитного поля нет, есть спин-орбита, и ситуация, когда магнитного поля нет, нет спин-орбита. Они отличаются тем, какие, значит, эти, из этих мод куперонных, диффузорных присутствуют. И для всех этих трех случаев можно сосчитать, да, с точки зрения теории поля, они будут отличаться тем, что это будут разные вот эти многообразия. Ну, вот это, ну, мне было уже написано, например, вот здесь, да, что это могут быть, вот, например, два разных класса, это нет симметрии относительно обращения времени, и есть, но вот есть просто разные группы, здесь там это унитарные группы, здесь ортогональные, вот сюда, разные симметрические пространства. Значит, вот эти кривые, которые показывают вам, что здесь у вас как бы единица — это закон Ома, здесь к нему пошли на маленьких длинах маленькие поправки, это слабая локализация работает, а на больших длинах все идет экспоненциально, убывает, ну и это все, все асимптотики известны аналитически. Все. Есть. То есть ответ известен точно, это нарисовано, просто он просто сложный, ну какой-то крокодильский такой ответ, который, но просто точно решает. Задача в таком виде его можно нарисовать просто или изучить асимптотики здесь, здесь и здесь. То есть это просто решение сигма-модели позволяет точно вам сказать, как в такой проволоке, как кондуктанс или сопротивление меняется с длиной. Но еще раз хочу подчеркнуть, что это не значит, что можно взять просто проволоку, которая поменяется вокруг, взять и вот это промерить, да, теперь вот это где должно это происходить, как я уже говорил, есть характерное значение сопротивления 25 кОм, и, значит, вот согласно вот этому, вы берете проволоку и делаете ее длиннее и длиннее, в тот момент, когда ее сопротивление, ну, сначала идет закон Ома, сопротивление линейно увеличивается, в какой-то момент оно доходит, ну, и к нему есть небольшие поправки, когда все доходит сопротивление до 25 кОм примерно, за этим оно начинает
кондуктанс экспоненциально падает, сопротивление экспоненциально растет. Ну, разумеется, если вы возьмете вот проволоку вот эту, вы можете, ну, я придется сделать довольно длинный, чтобы 25 кОм получить, но даже когда сделаете, вы, разумеется, ничего такого не увидите, будет продолжаться закону. А очевидно, и причина стоит в том, что при нашей нормальной температуре длина дефейзинга такая короткая, что будет сипантный эффект. Но если это все охладить до очень низкой температуры, то тогда все эти эффекты увидите, но требуют соответствующих образцов и соответствующих температур. Вот. Да. Теперь, что это было вот про квазиодномерие, где вот мы видим кроссовер, все увеличивается длиной, в конечном итоге все локализуется. Теперь в более высоких размерностях, как я уже говорил, есть переход металлоизолятора. Это означает, что более чистая система является металлом, более грязный изолятор, между ними есть критическая точка. Теперь в этой критической точке есть вблизи нее, есть критическое поведение. Критическое поведение говорит вам, как проводимость, например, когда вы подходите к этой точке, проводимость будет обращаться в ноль, потому что в фазе изолятора она в ноль. Значит, она должна обращаться в ноль с какой-то степенью, да, с каким-то критическим минусом. Если у вас беспорядок чуть-чуть отличается от критического, то проводимость будет пропорциональна этому отклонению в какой-то степени. Это то, что называется критический индекс. Такие критические индексы изучаются с помощью генома группы. Для этого, значит, вот эта сигма-модель позволяет вычислять эту самую бета-функцию, которая там феноменологически была нарисована. И знание этой бета-функции позволяет определять точку перехода. Это та точка, в которой бета-функция обращается в ноль. А производная бета-функция в этой точке, в частности, будет давать критический индекс локализационной длины, как расходится локализационная длина и критический индекс проводимости, как говорится, проводимости точки перехода. А вот. Но теперь, разумеется, в трехмерии, увы, все эти модели никто точно решить не может, как вы, в общем-то, не будете уже поле, а не тривиально. Но то, что можно делать, можно ее изучать в размерности 2 плюс эпсилон. Почему 2 плюс эпсилон хорошо? Потому что 2 плюс эпсилон вот это самое пойдет примерно вот так и пересечет в точке, которая будет при достаточно большом G. Ну, надо вот эту доравнять в макро и будет чуть-чуть поднять наверх. Она пересечет две области. Поэтому переход произойдет при большом G, там, где еще можно все контролируемо считать. Да, там, где достаточно сосчитать все в главном, на петлевую или двухпетлевую, трехпетлевую. А в трехмере это недостаточно, но все собрать, что, разумеется, невозможно. А поэтому то, что на этом основано так называемое эпсилон-разложение для критических индексов, ну, которое мы в свое время Вильсон получил несколько времени, но не в контексте всех моделей. Таким образом удается найти, используя сигма-модель, разложение для критических индексов вот по эпсилону, где эпсилон — это отклонение от другой. Значит, это, конечно, хорошее разложение, пока эпсилон маленькое, но так, на уровне грубой оценки можно подставить эпсилон, равняется единицу и смотреть, что получится в тройке, но понятно, что это будет вообще говоря, ошибка будет 100% вообще. А, то есть, в принципе, это асимптотическая форма, которая работает для маленьких эпсилон. Но тем не менее, да. Полезный, в частности, из этого следует, что в некоторых ситуациях есть переход даже в двумерие. То есть обычно для большинства этих систем двумерие является низшей критической размерностью, то есть переход есть в размерности больше двойки, как я и показывал на этой картинке, и это нормально, это соответствует тому, что мы привыкли там, с теоремой Мерна-Вагнера, связанные вещи, что в мере ниже не бывает нарушения непрерывной симметрии, но оказывается, что здесь она совершенно не обязана работать из-за того, что здесь очень хитрая группа симметрии, которая суперсимметрична, не компактна.
бывают ситуации, когда есть переход прямо уже в двумели. То есть когда уже в двумели вы можете заработать металл. И это происходит в так называемом симплектическом классе, который соответствует тому, что у вас есть нарушена спиновая симметрия, то есть это означает, что есть спиноорбитальное взаимодействие. То есть если у вас есть система со спиноорбитальным взаимодействием, помните, я говорил, что там есть антилокализация, и антилокализация фактически означает, что вот эта бета-функция вот здесь в двумели пойдет вниз и наверх, а потом она пойдет сюда и пересечет. Здесь будет эта точка. То есть в отличие от обычных ситуаций, с непрерывной симметрией, здесь уже в двумере будет точка перехода, будет переход металлозарядки. Вот. Ну вот такие, значит, применения еще сигма-модели, которые, значит, позволяют понимать наличие фаз металлозарядок, ну и вычислять индексы, по крайней мере, на уровне этих саморазложений. Разумеется, эти индексы можно найти с численного счета, и про невзаимодействующие системы есть очень много сейчас численных компьютерных исследований. Эти задачи замечательно делаются в компьютере до сих пор, пока нет взаимодействия, пока это, по сути, одна частичная задача. И там эти, все эти критические индексы с достаточно хорошей точностью исследованы числами. Ну вот видно, что если взять этот самый, положить эпсилон равным единице, выделить там все следующие поправки, то одну петлю это дает единицу, в то время как предсказание эпсилон разложения, в то время как численное значение 1,57, то, что следовало ожидать от эпсилон разложения на границе его применимости. Хорошо. Да, ну хорошо, давайте на 5 минут я расскажу про вот такое еще одно свойство этой точки перехода и забавно и на этом как раз и остановлюсь сегодня. Как я уже говорил, можно изучать разные критические индексы, и есть такие очень интересные свойства, которые тоже характеризуются критическими индексами, даже набором критических индексов, а именно, что волновые функции в точке перехода являются мультифрактальными. Что такое мультифрактальность? Это следующее свойство. Давайте возьмем волновую функцию электрона и сосчитаем вот такую величину, которая называется inverse participation ratio. Да, ну, тут я уже никогда не видел, что это переводим на русский язык. А, ну, можно перевести, но никто этого не использует. Значит, это такие просто моменты от интенсивности волновой функции, пси квадрата. Теперь понятно, что если волновая функция более-менее во всей системе примерно равномерно в ней распределена, то это будет пси квадрат, это будет примерно единица на объем, ну и поэтому этот ВК будет вот так скалироваться как размер системы всей, ну, в такой степени. Это как бы металлическое. С другой стороны, если эта волновая функция сидит где-то в какой-то небольшой области системы, то это будет просто порядка единиц. Да? Ну, представьте, человек просто сидит в одной точке, а больше нигде нет. Тогда в одной точке это один, наверное, просто поставить. Теперь это как бы изолятор. Вот это две крайности, изолятор и металл. Оказывается, что в критической точке это ведет себя как L в некоторой степени, но эта степень другая. И не то, и другое. А некая степень, зависящая от этой откуда. Вот. Значит, это означает, что, как бы, что волновая функция фрактальна. Да, здесь она имеет размер s d, здесь она имеет размер s 0, она как бы сидит в одной точке, а это она фрактальна. Она имеет размер с как бы некоторую промежуточную. Ну, с точки зрения теории поля, значит, можно сказать, что есть индекс, есть нормальная размерность, плюс есть аномальная размерность. Ну или по-простому это характеризуется волновой фрактальной размерностью. Да. Теперь для каждого Q есть своя такая размерность, поэтому есть такой целый спектр этих размерностей. Принято характеризовать такую мультифрактальность, поэтому это называется мультифрактальность. Но теперь принято характеризовать это таким преобразованием Лежандра. От этого того Q делают преобразование Лежандра, у нас называется f от альфа, и его называют спектром сингулярности.
по сути, это преобразование Лежандра, это фактически функция распределения амплитуд волновой функции. Представьте, что у меня амплитуда волновой функции, я ее раз всех точек померяю и нарисую функцию распределения. Теперь, если бы функцию распределения так более-менее на двойном арифметическом масштабе нарисовать, то это примерно и будет эта функция. Но вот точное утверждение есть здесь, что вот эта функция распределения скалируется как P от логарифма, как L в степени F, которая от логарифма C квадрата. То есть это функция, которая реализует статистику волновой функции. Если бы у нас все было, теперь как она выглядит, если бы все было металлическое, то понятно, что пси квадрат всегда, куда не посмотришь, оно скалируется как L в степени минус D. Где D размер из пространства, 1 на 1. И поэтому эта функция распределения была бы очень узенькая, она фактически была бы одна точка в точке D. А когда у нас есть широкое распределение, то оказывается, она имеет вот быть такого типа. То есть имеется такая некоторая функция, которая характеризует эту мультифрактальность и которая является характеристикой точки перехода, так же, как критический импульс. Это просто много критических импульсов. Это такое свойство мультифрактальности бывает и в других явлениях, вот, в турбулентности, в частности, известно, там, в физических задачах. На языке теории поля это соответствует вот эти вот дельта Q, которые здесь, соответствуют тому, что вычисляются аномальные размерности, то, что называется, композитных операторов. Да? Операторов более высоких, и понятно, что высокие степени пси волновой функции соответствуют высоким степеням поля Q. Я уже говорил, что Q это что-то типа плотности, что-то типа пси квадрата. Поэтому неинтересно, что в теории поля в сигма-модели вычисляются вот такие аномальные размерности. Операторов, и они дадут спектр самых фрактальных размерностей. Вот чтобы это слова немножко напоследок посмотреть на очень красивую картинку, это просто результат моделирования, которое, собственно, у нас много дела, но, по-моему, это было на тот момент, по крайней мере, самая большая система, которая была сделана. Это моделирование критической волновой функции в двумерной системе в точке перехода квантового эффекта Холла. На самом деле не совсем переход. Изолятор, это переход между топологическим квантовым эффектом, это переход между двумя разными состояниями топологического изолятора, я вот так скажу, что это топон, но там волновая функция в переходе обладает теми же самыми критическими свойствами. Ну и вот вы видите, как мультифрактальная функция выглядит, она, ну как бы вот эта пич, это как бы пси-квадрат нарисован. Здесь она большая, где коричневая, это она большая, зеленая, это она поменьше, вот эта синенькая, она совсем маленькая. И разброс между этим коричневым тем, он экспоненциально большой. Но вы видите, что волновая функция вроде и не локализованная, и не делокализованная. Да? Если бы она была делокализованная, нормально, была бы примерно одинаковая амплитуда везде. Конечно, она фактурирована. Если бы она была локализованная, то был бы какой-то такой всплеск в одном углу там, или в серединке, и все. Теперь вы видите, что она тут вроде... Здесь много этих пичков, но они как бы повсюду. И также вы видите, что есть такая иерархия. Большой пик, рядом пики поменьше, еще поменьше, поменьше. Вот это вот типично. Мультифрактальной функции. К этому тоже есть достаточно большой интерес в разных контекстах. В последнее время, хотя это опять же не просто наблюдать, это достаточно просто наблюдать, как чисто. Моделирование в эксперименте не просто, я не знаю, будет ли рассказывать Дэйв Фигельман про это, но, в частности, одна из недавних работ в связи с переходами сверхпроводных изоляторов, у них есть роль мультифрактальности, я не знаю, как рассказывать себе не можно. Вот. Ну, наверное, я на этом остановлюсь. И то, что значит, дальше я буду рассказывать, это я расскажу в следующем. Эффекты электрон-электронного взаимодействия. Сегодня все у нас было не взаимодействующее, но я упоминал уже дефейзинг за счет взаимодействия, я немножко еще про это скажу. А потом перейду к вопросам симметрии и топологии, и в контексте топологии я постараюсь рассказать про программу.
графен топологический. Или все-таки можно какие-то классные диаграммы указать, которые можно просуммировать и увидеть это экспериментальное струхание. Вот диаграммы они более наглядные, там видно, как волны рассеиваются. Да, это хороший вопрос. Значит, в чисто одномерном случае эффект локализации есть уже просто простейшее, значит, где его можно увидеть, это если взять просто одномерную систему. Когда я говорил про одномерную, на самом деле то, что я имел в виду, это были то, что я говорил, квази-одномерные системы. Это означает, что есть какая-то проволока, которая у меня длинная, но при этом ее поперечное сечение тоже достаточно большое, чтобы можно было говорить как бы про диффузию. Да? Теперь, на самом деле, то, что мне нужно было, чтобы в ней было то, что называется много каналов. Да? Теперь, если можно посмотреть просто чисто одномерную задачу, с одной измерения, да, с электрон в одномерие и там какое-то беспорядок. Значит, это, там будет локализация, причем длина локализации будет более или менее равна длине свободного пробега. Там, с точки зрения, двойки в зависимости от определения. Значит, это можно увидеть, и было сделано перезапись, была построена техника, специальная техника, потом это было разными другими способами воспроизведено, которая фактически суммировала разные процессы рассеяния на примесе. Это не совсем такая диаграмматика, в одномерии есть своя специфика, в частности, вот этот вывод сигма-модели там не работает, для этого нужно именно, чтобы было много каналов, одного канала нельзя сделать. Но там есть другая техника, например, вот эта техника Березинского, которая, да, она непростая, но там, в принципе, суммируются эти самые диаграммы и строится способ их суммировать, после которого видно, что происходит сильная локализация, что проводимость равна нулю на нулевой частоте и так далее. Насколько это, так сказать, просто и наглядно, не знаю, но видно, там видно, из чего это происходит, ну, из того, что вы учитываете интерференцию многократных разных процессов рассеяния на примесе. Вот. Но здесь, в принципе, это тоже, естественно, видно. Видно, что вы сначала сосчитали одну петлю, если вы сосчитали вот эту интерференцию процессов, когда вы прошли по какому-то пути туда и обратно, дальше можно сосчитать двухпетлевой вклад на двух там диффузонах, двух коперонах, что будет соответствовать тому, что есть две петли, по которым вы прошли там, в одном направлении и по другому, и так далее. То есть, но буквально вот их так собрать, все отсуммировать, дело как бы очень непростое. В то время как, например, там, в одномерии, в квази-одномерии вы это можете сделать из этого точного решения сигма-модели, как это будет сосчитать просто диаграммой, собрать ее. Строк в более высоких размерностях на самом деле то, что доказано, это следующее, строго говоря, доказано следующее, что если беспорядок сильный, то будет точная локализация. И это доказывается как бы вот именно с предела сильного беспорядка, и это то, что сделал Андерсон на самом деле 58. Более-менее он сказал следующее, возьмем с предела сначала, что 20 электронов более-менее сидят в своих узлах, вообще никуда не могут взять, есть разные глубины ям. Теперь добавим немножко прыжков, да? Допустим, можно немножко прыгать с узла на узел, посмотрим, что произойдет. Ну и дальше можно доказать, что как бы исходное знание было устойчиво, то есть что они не уйдут никуда, что они немножко попрыгают и остановятся. Классически они, конечно, начали прыгать и ушли бы диффузировать. Квантума нет. Да, это является математически доказанным фактом. В настоящий момент это признано математикой. То, что есть локализация в одномерии, тоже является математически доказанным фактом. А все остальное математически доказанным фактом не является. Да, с точки зрения математиков не доказан даже факт, который для нас физически абсолютно очевиден и ясен. А именно то, что если в трехмере беспорядок слабый, то локализации не будет. До сих пор. Но это уже их проблема, в этом физически абсолютно понятно и ясно. Теперь с более сложной и нетривиальной.
вертикальный вопрос, и даже физический. Это доказать, например, что в двумерии, когда есть локализация, то всегда будет, например, просто экспоненциальное затухание одного функции. Да? Мы, это видно из численных всех моделирований и видно из там. И мы понимаем это на языке аргументов с Ренон-группой, но это не есть строй. Да? То есть Ренон-группа говорит нам, значит, где мы ожидаем, что происходит с локализацией, в каком месте. Но, строго говоря, доказать, например, что это экспоненциальная локализация,